Луковицы Gladiolus Bambino Judy, Gladiolus Bambino Judy, идеальны для использования в украшении цветников, для посадки в горшки и вазоны. Цветущее растение рекомендовано для срезки в букеты. Многолетник растет до 70-90 см в высоту. Листва мечевидной формы и обильные колосовидные соцветия располагаются по всей вертикали крепкого ствола. Эффектные цветки сформированы в виде воронок из нежных лепестков. Они имеют уникальную окраску, лососево-розовый оттенок плавно переходит в фиолетовую кайму на краях лепестков, центр цветка ярко-желтый. По-царски цветущие гладиолусы станут центром внимания в саду с июля по сентябрь. Растение любит солнце, полив. Луковицы на зиму выкапывают. Gladiolus Bambino Judy – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола Gladiolus Bambino Judy можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гладиолуса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает Gladiolus Bambino Judy в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы гладиолус могут быть до 14 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-12 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что Gladiolus Bambino Judy – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.